Современный жилой микрорайон пригород Лесное появился на карте Ленинского городского округа сравнительно недавно. Масштабный проект рассчитан на 144 корпуса и 72 тысячи новоселов. Поэтому неудивительно, что мобильная прививочная бригада приехала именно на эту территорию. Это район принадлежит нашей амбулатории. Вот кто-то к нам приходит в амбулаторию, а так здесь пожилые люди. Вот мы хотим приходить сюда. И первая вакцинация, и второй вот приходим, делаем. Вакцинация всех желающих проводится первой в мире зарегистрированной векторной вакциной «Спутник Ви». Двухфазная прививка не имеет серьезных побочных эффектов и защищает организм от опасного вируса. Хочу, чтобы не болело. Все было хорошо со здоровьем. Не планировал сегодня именно. Ну, раз здесь, почему нет? Белла Газарян на собственном опыте убедилась, насколько опасна новая инфекция. В декабре 2020-го более 15 дней пролежала в стационаре Видновской районной клинической больницы. 50% поражения легких было. Еле выкарабкалась. Я уже через это прошла, все видела. Так что делайте все прививки. Не проходите мимо мобильных пунктов вакцинации. Возможно, уже завтра здесь будут очереди из тех, кому обязательно рекомендовано сделать прививку. Галина Житкова, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.